Друзья, привет! Представляете, я даже не замечал еще одна, так сказать, фотография, как это называется, настенная живопись в Судаке. Леонид Гайдай тут. Немножко он спрятан, получается. Сколько раз я здесь проходил? Не, ну может когда-то и видел, но пока снимать не начал. Уже тоже немножко облазит. Надо все-таки людям дарить радость, написано. Это мы сейчас в Судаке. Почти в центре. Вот парк. Парк центральный. Здесь столовая. Оставим на память. Кстати, курение опасно. Вредно для здоровья.